Гидрометцентр России объявил желтый уровень опасности в регионах Приволжского федерального округа. В Чувашии сегодня сильная гололедица. Под влиянием теплого южного циклона в Чувашии выпал переохлажденный дождь. На дорогах образовалась ледяная корка. Это привело к значительному ухудшению дорожных условий, особенно на необработанных противогололедными реагентами дорогах и тротуарах. Во вторник погодные условия не улучшатся, гололед может усилиться. Ночью и днем 24 декабря в Чувашской республике ожидается желтый уровень опасности. Местами гололед, на дорогах гололедица. Главное управление МЧС России по Чувашской республике обращается к жителям республики соблюдать безопасность и быть внимательными. Во время пешего передвижения не спешите, избегать резких движений. Пожилым людям рекомендуется пользоваться тростью с резиновой набойкой. Просим водителей строго соблюдать правила дорожного движения, не нарушать установленный скоростной режим. По предварительным прогнозам, есть вероятность небольшого снега только 29 декабря.